10-й юбилейный чемпионат, 10 площадок для творчества и 10 направлений деятельности. Межрегиональный центр компетенции Ульяновского авиационного колледжа не первый год принимает молодых профессионалов. В этом году к уже традиционным компетенциям вроде кузовного ремонта и веб-технологиям добавилась эксплуатация беспилотных воздушных судов. Участвуют пока только наши студенты, студенты Ульяновского авиационного колледжа. Работа командная, работа ответственная, но вот сегодня мы ее будем презентовать, ее представлять, эту площадку. Новая компетенция освоена всего в 7 колледжах России. Область применения знаний широкая. В основном это сельское и лесное хозяйство. Один такой беспилотник с легкостью может показать, в каком состоянии находится обширная лесополоса Ульяновской области. Операторы беспилотных воздушных судов вообще имеют большое количество сфер для применения. Одна из таких сфер – это сельское хозяйство, мониторинг полей, мониторинг лесополос. Чтобы понять, сколько гектар необходимо будет починить, необходимо сначала отснять все эти места и потом уже в ходе обработки выяснить, сколько гектар у нас повреждено. Помимо освоения новых компетенций, Ульяновский авиационный колледж предоставляет курсы повышения квалификации для работников «Авиастар СП». Во время своего визита в Ульяновскую область премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, насколько важно развивать авиационную отрасль. Указание принято, а подготовка кадров уже дала свои результаты. Хочу пройти обучение, да. И пару лет я оставил. Какие там зарплаты сейчас вам предлагают? Сейчас у нас пока по договору, там 23 тысячи. И это только на момент обучения. После прохождения курсов повышения квалификации удваиваются не только навыки, но и заработная плата. Как итог, компетентные сотрудники и развитие отрасли в целом. Александра Никитина, Юрий Конихин, Управда ТВ.